Так, итак, 87-я серия. Участок Мурманск-Магадан. В этой серии будет пройдено 44 километра. Заправка. Далеко встал. Заправка возле станции техобслуживания. Ну и короткое движение по городу. Посмотрите на несколько улиц. Я титрами обозначил название этих улиц. Поверните направо, а затем поверните налево. Маршрут перестроен. Ну вот. Круговое движение. Четвертый съезд. Яндекс.Навигатор постоянно перестраивается. Действует на нервы такое информационная поддержка. Но много потеряно времени, очень много потеряно времени из-за замены масла в двигателе. Свободно можно было бы поменять на трассе или в Тюмени по пути как раз, или в Ишиме, или в Омске. То есть мест достаточно много. Кстати, на трассе встречаются станции техобслуживания. Ну, по крайней мере, внешне они... Говорит, 740. Внешне они довольно-таки... 23 проехали. В общем, день не очень результативный. В этом плане. В общем, внешне они вызывают доверие. Можно было на трассе и фильтр, и масло поменять, но вот так вот получилось. В этой серии будет пройден... Это Курган. Будет пройден населенный пункт Варгаши, станция Варгаши. Ну и ничего серьезного на трассе больше я не увидел. Ну вот, смотрите, все, пока. Поверните направо, а затем поверните налево. Маршрут перестроен. Круговое движение. Четвертый съезд. Ну где ж? Я не могу.
километра. Так. Слава богу. Поменяли все. Замена масла. Замена фильтра масляного. Запас хода, говорит, 740, 523 проехали. В общем, день не очень результативный в этом плане. Это курган. Через 600 метров на светофоре поверните налево. Поверните налево.
курган. Ни разу здесь тоже не был. Дурачок, куда ж ты прыгаешь? Ну все, я стартую, стартовал вернее, вот. Ага. Значит, пробку он дал с собой, говорит, посмотрите сами, определитель. На самом деле что, там, что? На самом деле с резьбой что-то не то на старой пробке. Я ее взял с собой, он сам сказал, забирайте ее. Пап, я слово разобрать не могу, что ты говоришь. Ну ладно, все нормально. Единого слова. Все, пока.
Бен. Бен, на Челябинском сунул сигнал, не подскажет. Надо было на Роснефть заехать, заправиться, блин.
Так, ладно. Сколько он показывает до Новосибирска? 1286.
время 18. 6 вечера. Московское время 4 часа дня. Дорога требует внимания Росавтодора.
Температура на улице 22,5. В салоне
рвануть я на